В 9 городах Башкортостана появятся стационарные посты контроля качества воздуха. Их профинансирует и установит Росгидромет по решению Октябрьского районного суда Уфы. С соответствующим иском в суд обратилась Башкирская природоохранная прокуратура. Поводом стали результаты проверок, проведенные надзорным ведомством. Как оказалось, Росгидромет и Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не приняли мер по установке таких постов в Сибае, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском и других городах республики. При этом на территориях названных населенных пунктов размещены объекты, оказывающие значительно негативное воздействие на окружающую среду. Между тем, уполномоченными органами не обеспечена постоянная и необходимая регистрация содержания загрязняющих веществ и отбор проб воздуха для их последующего анализа. Районный суд согласился с доводами природоохранного прокурора и признал требования обоснованными. По данным Минэкологии, Башгидромет мониторит качество воздуха с помощью 9 постов наблюдения в Уфе, 5 в Стерлитамаке и 3 в Салавате. И вот провести проверку заводов в этих городах ранее поручила вице-премьер Виктория Абрамченко. Поводом стали жалобы жителей на качество воздуха.